Я дуже щаслива, що я виграю. Це моя перша медаль в житті. І медаль золота, це для мене більше, чого я навіть не думала об цьому. Я дуже щаслива, що я могла у них тобі це зробити на європейських іграх в Баку. Я змогла підняти флаг і достойно боротися в фіналі. Тобто ти не ожидала, що виграєш? Я не дуже ожидала, але дуже сильно хотіла. Поэтому я боролась до конца. Какой момент почувствовать, что вы можете? Лидера шага. Ну, первые минуты я чуть-чуть, как сказать, еще, может, сомневалась, но потом я собралась и думала, что я не отдам, я должна быть чемпионкой. Да, в конце был спорный момент. Спорный момент. Ну, спорный момент это всегда бывает, но... Я как-то собралась и бал не отдала там. Это мое положение, поэтому. Ну то, что прыжки были, а это как бы самопасть. Нет, это эмоционально. Я не знала даже, что мне делать, как кричать. Не знаю, от счастья не знала, что мне делать. То, что твоя соперница такая будет упорная, то есть побитой головой. Ногой какой-то травмированный, будет до конца бороться. У тебя как-то оказывало это влияние? Да, мне наоборот был стимул, что она... Этот, я видела еще после того, что я бал брала, я видела, что у нее нога, я еще сильнее хотела еще больше. Обещаешь, что ты начинаешь гимн как надо быть? Конечно. Я просто не ожидала, что буду. В следующий раз точно выучу. В следующий раз будет на Олимпиаде, наверное? Конечно. Сначала лицензия и потом на Олимпиаде.